Всем привет, друзья! Это канал Мусалим. В работе у нас Grand Cherokee автомобиль. Приехал данный автомобиль сделать к нам, вернее, обработать арки. Показываем готовую уже обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность, наносим данный компонент с пульверизатора, и толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это все подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить колесо. Ну а пока ждем, мы клеим штатные подкрылки в подарок таким вот шумовибропоглотителем. Он двухкомпонентный, видите, черный это у нас вибропоглотитель, серый это у нас шумопоглотитель. Толщина его 4 мм. Ну и вкратце покажу, как работает данный полимер на примере наших колокольчиков. Справа от меня дует, также не слева обработан. То есть сами можете услышать разницу до обработки, после. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!